Как же я люблю смотреть каверы. А что насчет вас? Думаю, ответ будет положительный. Как раз сегодня я для ништяков приготовила подборку своих любимых кавер-дэнсов. Плюс я покажу вам песни, которые я слушала, когда только вступила в ряды кей-поперов. Усаживайтесь поудобнее, с вами Лиса Ран и канал Минке. Поехали! Возможно, сегодня вы что-то найдете для себя новенькое. Многие у меня спрашивали, какая у меня была первая кей-поп песня. Сейчас я вам ее покажу. Мне тогда очень понравился этот танец, я до дыр слушала эту песню. Дальше идет Тиара. Няшность этого танца меня просто покорила. И тогда я до дыр смотрела все каверы, которые есть на ютубе. Думаю, всем знакомы эти девочки, которые делают кавер-дэнсы на популярные кей-поп танцы. Опять Тиара. Помню, что сначала я больше смотрела женские группы, а сейчас все наоборот. Ничего-ничего, дальше будут и мальчики. И вот эта версия мне еще нравится. А вот и первые мальчики в нашем списке. Девчонки хорошо справились. А вот еще этот кавер мне нравится. Тут мальчики такие милые. Как же я люблю эту песню и хорягу, просто слов нет. Этот пацик вообще офигенно так двигается, и когда я смотрела первый раз, у меня просто рот висел, вот честно, висел от удивления. А кто-нибудь знает такую группу Crayon Pop? Так вот, эти девчонки тоже меня покорили своими песнями и танцами. Даже Моня и Джин танцевали этот танец. Такие милые. Всегда ее слушаю на Рождество. Такая позитивная. Hey!
Ну чё, попрыгаем немножко? Но эту мелоту я никак не могла не вставить. А помните вот этих чуваков, которые пели про лиса? Так вот, они с ними выступали, смотрите. Вы тоже давайте вставайте и давайте прыгать вместе. Good boy. Очень долго меня не отпускала эта песня. I am a good boy. Что оригинал, что кавер, так поднимают настроение. Вы только посмотрите, как двигается эта девчонка. Дебаг просто. Любимая песня из этой группы. Ну что, станцуем чуки-чуки дэнс? Погнали! Мне кажется, что этот танец я никогда бы в жизни не повторила. Они так быстро это делают. Кто ждал этих пацанчиков? Над
кавером очень постарались, советую его посмотреть полностью. Кстати, все ссылочки на все видео будут в описании. Не знаю почему, но меня смешит тот паренек в очках. А, блин, как же они круто одеты. Ой-ой-ой, что-то видео уже затянулось. Так, давайте соберем под этим видео 2000 лайков, и сразу же выйдет вторая часть. Во второй части будут уже клипы, которые недавно вышли. Так что скорее жми лайк и подписывайся, чтобы не пропустить вторую часть.